Кубок мира по боксу нефтяных стран стартует сегодня в Ханты-Мансийске. Соревнования посвятили памяти Фармана Салманова. В турнире примут участие спортсмены из 16 стран, в том числе Кореи, Китая, Монголии, Литвы, Польши, Германии и России. Впервые за Кубок нефтяных стран поборются боксеры из Сирии. Соревнования относятся к классу А, значит, победитель получает звание мастера спорта России по боксу. Боксерские поединки пройдут в 14 весовых категориях, 10 у мужчин и 4 у женщин. Турнир проводится по системе с выбыванием после первого поражения. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. Общий призовой фонд составит больше 2 миллионов рублей.